Вазовскую десятку, двигавшуюся по причудливой волнообразной траектории, заметили на одной из улиц инспекторы ДПС. Предположив, что водителю может быть плохо, полицейские попытались остановить транспортное средство. Причина неадекватного поведения автовладельца выяснилась лишь после непродолжительной погони. Как оказалось, состояние здоровья водителя плохим не было. Скорее, оно было неприемлемым для управления транспортным средством. По словам мужчины, незадолго до того, как сесть за руль, он выпил пиво и вообще ничего не слышал. Я правду говорю вам, у меня со слухом проблем, я не слышу, что вам говорили. В ходе проверки было установлено, что молодой человек управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины составлен протокол по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административном правонарушении, и его автомобиль помещен на штрафную специализированную стоянку. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.